Михаил Дудин и нет безымянных солдат. Гремят над землей раскаты. Идет за раскатом раскат. Лежат под землей солдаты и нет безымянных солдат. Солдаты в окопах мерзли и падали в смертном бою. Но жизни свои не жалели за горькую землю свою, в родимую землю зарытые. Там самые слабые спят, глаза их победой закрыты. Их подвиг прекрасен и свят. Зарница вечерняя меркнет, в казарме стоит тишина. Солдат по вечерней поверке лицо узнает старшина. У каждого личное имя, какое с рождения дают. Равняясь незримо живыми, погибшие рядом встают. Одна у нас жизнь и присяга, и Родина тоже одна. Солдатского сердца отвага и верность любви отдана. Летят из далекого края, как ласточки, письма любви. Ты вспомни меня, дорогая, ты имя мое назови. Играет гарнист тревогу. Тревогу гарнисты трубят. Уходят солдаты в дорогу. И нет безымянных солдат. 5 с плюсом, как обычно. Молодец. 5. Давай, ты довольна? Да. Так, Скоморохов. Третий триместр. Без строек. Молодец. Сколько тебе лет? 9. Громко, отчетливо смотришь. 9. Тихо, громко, отчетливо. Убери листок назад. В камеру смотришь, поехали. 9. Поехали. Стихотворение. 5 с минус. Ты довольна? Молодец. Оценки. Так, 5. 2 четверки всего лишь. В каком классе учишься, на кой? Во втором. Надо, чтобы четверок вообще не было, понял меня? Даже несмотря на твои запинки, я тебе ставлю 5 с плюсом. Вот. Спасибо. Выражение делаю. Молодец, Ю. Спасибо. Оценки. Так, плохо видно, но без троек, молодец. Моисеев. Без троек. Так, Миронов, почему стоишь на кулаках? Потому что получил 2 тройки. Ну, вышли у меня итоговые за 3-е место. Не исправил, да, получается? Вот за это и стоишь, правильно? Да. Исправим в следующий раз? Mm-hmm. Хотя бы до одной. Давай. Так, давай оценки. Сабитов. Так. Без троек. Молодец. Трун-трун-ту-тун. Так, год, зачет. Без троек, да, Нестеренко? Да? Да. Почему так? Потому что я хорошо учусь, правильно? Да. Вот так и надо говорить. За что стоишь на кулаках? За 2 тройки. Да тоже не за 2 тройки, за то, что ты не исправил. Правильно? Да. У тебя в той четверти была 1 тройка, сейчас 2. Будешь еще получать тройки? Нет. Что-то как-то плоховато, потому что вот, допустим, Нестеров. У тебя была 5 с плюсом первая, потом еще раз 5 с плюсом. И сейчас я тебе 4 поставлю. А привисто, без перерыва, без запинок, надо читать. Понял? Иди. 5 с минусом. Самый лучший пока результат у тебя за весь этот учебный год. Иди. Илья Сергеевич, а вот тут в стихотворении, там, я вот сейчас пришла сдавать, там у зарницы вечерние меркнут, в казарме стоит тишина, солдат по вечерней поверке, лицо узнает или узнает? Узнает. А, узнает. Ну все, готово? Да.